полным ходом идет прием абитуриентов. Каждый год огромное количество бывших старшеклассников идут скипы документов в университеты, чтобы связать свою жизнь с профессией мечты. Марат Валеев, ответственный секретарь приемной комиссии КНИТУ КХТИ, рассказал нашей съемочной группе о приеме 2016 года. Структура приема, количество бюджетных мест на уровне прошлого года. Есть особенности этого года, может быть, сложилась такие особенности, что начали и аттестаты позже получать абитуриенты, и результаты ЕГЭ не знали, и поэтому они не подавали заявление. Но сейчас уже вот как раз поток пошел, и последние 4-5 дней мы перекрываем нормы прошлого года. Всего в КХТИ на дневной форме обучения 1980 мест. И на сегодняшний день подано уже порядка 3-4 тысяч заявлений. Учитывая, что абитуриенты буквально недавно узнали результаты вступительных экзаменов и основной поток заявок на поступление начался пару дней назад, то это уже отличный результат. Данный университет предоставляет все возможные услуги, которые мне нужны. Очень хорошее расположение корпусов. Рядом есть всегда общежитие. Я всегда хотела поступить именно в КНИТУ, это мой осознанный выбор. Мне очень интересна пищевая промышленность, в частности, биотехнологии в пищевой промышленности. Это является перспективным направлением. Специально сдавала ЕГЭ по химии. Надеюсь, что поступлю на бюджет. У будущих студентов впереди еще много открытий и светлых моментов. А мы желаем им поскорее увидеть себя в списке зачисленных. Адиля Валеева, Ленардо Влетяров, Универньюз.